На днях произошла в Твери удивительная история, коей подобных не было никогда. Шибко понравилась единороссам коммунистическая газета «Правда», и положили они на нее свой голубой глаз. Собрали сход боярский и давай решать, как заполучить эту самую правду. Идти в уголок красный и попросить культурно нельзя, стрёмно, да и политическая окраска мешает. И постановила «Единая Россия» сделать с коммунистической правдой так, как обычно делает с деньгами людскими и бюджетными. С «Единороссией». Сказано, сделано. Подогнали к типографии грузовик и увезли весь тираж. И принялись читать ее запоем, поскольку догадывались, спохватятся коммунисты и вернуть потребуют. Так оно и вышло. Заплакали едроссы, жалко, но ничего не попишешь. И дабы избежать сраму вселенского, мол, жулики, решили шоу из возврата сделать, мол, ничего мы не сперли, а так ошибочка вышла. И целую спектаклю перед красным уголком устроили. Когда нам ее возвращали, эту газету, раньше пришли сначала журналисты придворных СМИ, прежде всего «Тверской жизни», а потом уже нам привезли газету. То есть это спланированная акция, и приехали ее нам возвращать люди во всей экипировке «Единой России», то есть молодые мальчики грузили. У меня нет сомнений, что это очередная провокация накануне той акции протеста, которую мы устраивали по поводу приезда президента Медведева. Тут уже коммунисты призадумались, чего это здесь не все так просто, что газет понравилось, это ладно. Но нету ли тут чего политического? Оказалось, еще как есть. В этот день, когда нам ее возвращали, проходили акции протеста, известные. Соответственно, чтобы загрузить обком другой работой, поиском газеты, разгрузкой и всего прочего, и сорвать эту акцию. То есть вот элементарная цель. Не получилось и у партии власти в итоге ничего. И митинг коммунисты провели, и газету свою обратно заполучили. Хотя и переживали, уж очень охотно народ простой ее читает и тревожится, что нету до сих пор газеты. В нашей газете сейчас изложена программа. То есть это ключевая газета, программа партии. Достаточно много людей проявляют интерес к программе КПРФ. Многие говорят, где вот ваша программа. Ну, программа «Единая Россия» — это наша жизнь. Ее все видим прекрасно, она наглядно продемонстрирована. Отключение горячей воды, безработица, ситуация на Элторе, прочим, прочим, прочим. То есть «Единая Россия», какие бы газеты ни выпускала, за нее говорят ее дела. А может, как раз в этом и дело. Программа КПРФ вызвала у единороссов зависть жгучую. И начальники «Единой России» приказали глашатаям своим: «А ну-ка, выдерните из программы красной чего-нибудь народного, чтобы не как у нас, чтобы людей зацепило». Но не получилось, видать, ничего. Слишком быстро коммунисты пропажу заметили. Но в любом случае, история-то хэппи-эндом закончилась. Не стали красные в отместку голубую газету красть. Мол, чего вам, сирым и убогим, мстить мстёю страшную? И так грустите и печалитесь. И добавили: ежели чё понадобится, приходите по-человечи и читайте нашу правду на здоровье. Нам не жалко.